Скоро абрикосы поспеют, а потом пойдут персики. Так что через месяц у вас эти витамины из ушей полезут. Ну, из ушей это уж слишком. Нам бы от города отдохнуть. Так вы правильно приехали. У нас здесь такая благодать, тишина, покой. О! Мать Валера! Куда ты этот металлопрофиль при... А экология у нас просто сказка. Воздух пить можно. Да. Там в начале улицы, я, кажется, видела объявление о сдаче комнат. Погодите, погодите, а как же абрикосы? Да вы сейчас ничего не найдете. Высокий сезон. Все забито. Это песня о том месте, где сердца все бьются в такт. Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова удержу домик у моря. Нашел подработку. Не все ж тебя меня куском хлеба попрекать. Жанет, извини. Я тут пораскинул мозгом. На нашу придется мыть. Стройка, Жанет. Золотое дно. Да что за стройка? Откуда она вообще здесь взялась? Не в курсе. Соседний участок продали, а новые все перестраивают. Не вовремя. Самый разгар сезона. Придется же цены снижать. Смотри, жены, все будет зашибок. Послушайте, в гробу я видел такой отдых. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Хотите, я вам еще цену скину? Что? Да вы доплатить мне должны за весь этот бедлам. Так, верните деньги. Не то, что мне винограда жалко, но ты хотя бы могла бы сделать вид, что тебе не все равно. Дотя, да я вся извелась. Но когда я нервничаю, я ем, ты ж знаешь. Глянь, что надыбал. За полтинник со свистом уйдет. Так что считай, бассейн у тебя в кармане. А что такая кислая? Солнце светит, птички поют. Ну, а то, что постояльцы на шум жалуются, так они постоянно на что-то жалуются. Главное, что они есть. Сегодня последний съехал. Да ладно. Вот это шикардос, а? Не, а в каком месте тут шикардос, а? Да во всех. Я думаю, куда людей пристроить, а тут такое. Ты что, нашел постояльцы? Все равно съедут. Эти не съедут. Аккуратненько давайте. Поближе, поближе к стенке. Ага, и вот тут майнуть. Отлично. Мягко, да? Слышь, студент, моя шконка. Вали на раскладушку, бегом. Ну что, мужики, чувствуйте себя как дома. Только носки на люстре не сушить. Братан, спасибо тебе большое. Какую халабуду нам шикарную подогнал. Прикинь, одна нога здесь, другая на работе. Удобно? Так, прогресс, Боря. Наконец-то ты вносишь свой вклад. Пусть и за полцены. Ну, зато все комнаты заняты. Я взял количество. Вам белье. Спасибо, хозяюшка. А это вам денежки со всех до конца месяца. Фух, если бы не вы, пришлось бы нам вот все лето в строительном вагончике куковать. Все лето? Все лето. А я думала, вы на пару недель. Так за пару недель же отель не построить. Отель? Какой еще отель? С двумя бассейнами, с детской площадкой. Все как положено. Что? Работай. О, смотри, сынок. Супер. Зарплату еще не получила, уже сколько заработал?
Работа мечты. Так ты это, при баблишке? Ну, пока нет. Вот найду покупателя и будет. Так у тебя еще нет. А тебе много надо? Ну, на наушники вообще. Ты что, солишь, что ли? Да не, ну, да я заколебался уже эти китайские покупать. Ясно. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, слыхал? Да, слыхал. Ну, я и хочу фирмовые. И сколько твои фирмовые стоят? Штуки две. Мы сейчас про наушники говорим? Ну, фирмовые же, ну. Блин, батя, ну ты же когда молодой был, тебе тоже бабки нужны были. Что ты делал? Что, что? Бабки помогал. Цемент тырить? Тоже мне. Тырить. Тут, если с умом подойти, так можно подняться. А мне, кстати сказать, нужен ассистент. Еще на наушники хватит? На 10. Кто у вас тут главный? Жанночка, держи себя в руках. Здрасте. Здравствуйте. Вообще-то посторонним вход на территорию стройки запрещен. А вообще-то мы не посторонние. У нас тут гостиница за забором. А, ну это в корне меняет ситуацию. Попробуй угадать. Мы должны немедленно прекратить стройку. Лучше бы вообще не начинать. На каждом объекте одно и то же. Женщина, уважаемая, все вопросы к начальству. А к начальству? А оно, это ваше начальство, в курсе, что здесь живые люди живут? А оно спросило у нас, хотим ли мы, чтобы посредине частного сектора торчала девятиэтажная дура, а? Да ваших хибар скоро вообще не останется. Здесь земля сумасшедших денег стоит. Вот. Вам всем лишь бы нажиться. Здесь вообще высотки строить нельзя. Но вам же плевать, лишь бы деньги на карман упали. 517. Что? 517 раз я все это слышу. Но никакого разнообразия в жизни. Подождите. Я вот этого вот всего просто так не оставлю. Пошли. Ну что, что не сказать? Это что ж получается? Деньги есть, закон не писан. Сунул кому надо и стройся где хочу. А я смотрю, что всем по барабану, что происходит, да? Не, лично мне нет. А что на второе? О, гречка с тефтелями. Ужин сразу озвучить. Нет, у меня аппетит пропал. Жанночка, успокойся. Пока ты ругалась с прорабом, я проверил их документацию. У них же там куча нарушений ГОСТ. Вот я сейчас прямиком со всем этим в мэрию. Милый, это только в твоей реальности. Нарушение по ГОСТу – повод закрыть стройку. Ну, значит, будем мою реальность воплощать в жизнь. Спасибо за обед, Жанночка. На здоровье. Значит так, мама, берешь Марка и идете по соседям собирать подписи против незаконной стройки. Инвалид и ребенок всегда смотрится убедительно. Я бы с удовольствием, но у меня колесико в коляске заедает. Хорошо, тогда обзванивай телевидение и газеты. Колесико не помешает, нет? Ладно, у меня как раз будет время между нежным ядом и безрассудным сердцем. Марк! Тогда ты бери Никиту и идите по соседям. Только, сыночек, ты сам там все объясни, ну, как ты умеешь. А Никита пусть подает ручку и листик. Понял? Что понял? Идите, идите, идите. Давайте, мальчики. Мальчики. Ну, спасибо большое за экскурсию. Я даже подумать не могла, что прогулка по стройке может быть такой увлекательной. Может, все зависит от экскурсовода.
теперь моя очередь. Я могу быть гидом по Одессе. Ты готов? А Одесса готова? Ну, до вечера. Ну все, иди. Ты первая. Это ты первая. Ты. Привет, мамульчик. Здравствуй, дочь. О, боже. А что за траур? Мам, это просто стройка, никто же не умер. Пока нет. Доченька, нам нужно поговорить. На 10 домов одна подпись. Ну, прям рекорд. Баба Люба у нас самая сознательная или она просто глухая? Вообще-то не глухая, а с плохим восприятием звука. Она вообще решила, что мы подписи на переизбрание мэра собираем. Ясно. Может, не дома? Хорош трезвонить. Макулатуры не держат. Подождите. Стойте, дядь Вить. Ну, что надо? Мы тут подписи против незаконной стройки собираем. Тут рядом отель строят. Да я знаю, они уже ко мне подкатывали кучу бабок за участок предлагали. Ну, а вы что? А я отказался. Майор Ткаченко здесь родился, майор Ткаченко здесь помрет. Дядь Вить, так а вы подпись поставите? Нет. Если я сказал помру, это еще не значит, что прямо сейчас. В смысле? Понятно? А то я не знаю, как эти дела делаются. Ты сегодня ставишь подпись, а завтра тебе придут и хату спалят, или крысиного яду в колодец насыпят. Так что идите совсем. Слушайте, дядя Вить. Ну что? Может, вам стройматериал нужен? А то я смотрю, у вас какой-то домик так, это не алло. Ой. Ну что ты сделал? Извините, я сейчас поправлю все. Да иди уже, я сам все сделаю. Сейчас. О, так может, вам гвозди надо? У меня дома есть, я вам по дешевке дам. Не надо мне гвозди, идите отсюда. Никит, пошли, Никит. Ну взяли, разломали все, я не понял никак. Ну что ты нашла в этом грубом, неотесанном мужлане? Ну, а ты хотела, чтобы это был маменькин сынок? Мама, Вадик, он... Он не просто мужчина, он самец, он иберсексуал, он... У этого твоего сексуала по такой вот невесте на каждой стройке. Мам, ты его совсем не знаешь. А что мне его знать? У меня такой жизненный опыт, у меня глаза шо рентген. А вдруг у нас любовь? Любовь? А я посмотрю, что ты запоешь, когда наш семейный бизнес накроется медным тазом, и мы все пойдем торговать пахлавой на пляж. Так это все из-за стройки? А ты сразу сказать не могла? Нет, доча. А то я тебе добра желаю, доча, да? Ты все не так поняла. Ты... Короче, ты все не так поняла. Мои дни сочтены. Я не смогу без тебя. Я тоже умру. Ты должна выжить, чтобы эти твари за все заплатили. Как вы задрали со своей рекламой? Ты что-то хотела? А потому что я чищу зубы пастой Дента 100. Парадонтон за пасту. Вкусная паста Дента 100. Алло? Это Одесса Плюс? Одобрена лучшими стоматологами. Слушайте сюда. У нас тут ЧП. Посреди исторического, считай, центра строят многоэтажку. Совершенно верно. Незаконное строительство. Конечно, тема номера. Адрес. Записывайте. Ой, я вам потом перезвоню. Он совершит ошибку. Она будет стоить ему жизни. Но он слишком умен, чтобы проколоться. О, жена. Скоро плитку итальянскую привезут. И все. Считай, бассейн у тебя в кармане. Море, вот сколько тебя знаю, все никак не могу привыкнуть. К тому, что я добытчик. К тому, что ты предатель. Ты сейчас насчет крановщицы или лаборантки? Мне казалось, тебе давно все равно. Я сейчас, Боря, о том, что ты живешь в моем доме, а работаешь на конкурентов. Так я не знал, что это отель. Заметь, я ничего не сказала про отель. Я сам только пару часов назад узнал. За пару часов можно было уволиться. Ну, это же глупо.
Аннет, ну сама посуди, я, находясь на стройке, могу изнутри подтачивать силы врага. Боря, не смеши меня. Жанна, вы... Батя, куда гвозди ставить? Здесь поставь, сынок. Угу. И иди. Я пошел. Ты иди, да. А это вот... Это что сейчас было? Это он что, стройматериалы тырит? Да ну что ты сразу тырит? Он учится. Учится строить... Строить материальную базу. Боря, у тебя, скажи, у тебя совсем совести нет? Значит так, мое терпение лопнуло. Это, Боря, край. Жанночка, хорошо, хорошо. Хочешь, я все исправлю, я все верну. Я гвозди назад унесу. Сейчас ты унесешь отсюда свои ноги и свои вещички, ясно? Да погоди ты, у меня был план стопроцентный, как остановить стройку. С самого начала я хотел тебе рассказать, но ты же меня перебила. План? Отлично. Даю тебе сроку до завтрашнего дня, до обеда. А если нет, то адьё. Мне предатели в доме не нужны. Жан, ты что, серьезно? У тебя же план, Боря. Женечка! Жадочка! Все в порядке. Считай, что стройки нет и не было! У тебя получилось? Ну, конечно. Леня! Правда, что нашей стране! Леня! Леня, да ты что? Ну и как? Я подал заявление. Так? Да. Через месяц его пересмотрит земельная комиссия. А еще через месяц его передадут это дело в вышестоящие органы. Ну, а потом суд! Ну, уж в решении суда-то я уверен. Так что просто нужно немножко подождать. И вот все. Немножко подождать? А? Да ты хоть соображаешь, что через месяц здесь будет отель? А через два отдыхающие с верхних этажей заплюют наш двор косточками. Я чуть не понял. Я сделал все, что мог. Я же не виноват, что у них там такие сроки. Сроки можно и передвинуть. Ага. И что ты предлагаешь? Может, мне еще пойти и дать взятку, чтобы мое заявление рассмотрели быстрее? Жилой комплекс «Змеевский» объявляет о начале продажи комфортабельных апартаментов бизнес и эконом-класса. Комплекс оборудован подземным паркингом, уютной детской площадкой, современной системой. Алло, это опять я по поводу незаконного строительства. В смысле, уже не надо? Вы же сами говорили, тема номера. Что значит, других нашли? Я ж вам первая позвонила. Алло. Стань хозяином. Возьми вот это. Пусть оно станет твоим амулетом. Боже, откуда это у тебя? Мне дал это твой отец. Ты видела отца? Когда? Где? Это противозаконно. И противоречит моим жизненным принципам. Mm-hmm. Сыночек! Что? Иди сюда, моя роднулечка, иди. Иди, мой хороший. Что? Иди. Сыночек, ты хотел скейт? Так вот, забудь. Потому что из-за папочкиных жизненных принципов мы не то что ничего нового себе не сможем позволить, мы скоро начнем старое распродавать. Если каждый начнет нарушать, мир превратится в хаос. А если не нарушать, то в хаос превратится наша жизнь. Хорошо, я пойду и сама дам на лампу. А у тебя ничего не получится. Да? У нас в стране борьба со взятками. И вообще, может, не будем при ребенке? Ничего, пускай привыкает. Ах так. Ну тогда без меня. Мам, я скейт хотел, когда был маленьким. А сейчас хочу смартфон. Вы подписи с Никитой собрали? Смартфон. Ага. У тети Любы. Так. Ну, а все остальные сказали, что боятся родентицида. Чё-чё? Ну, это научное название крысиного яда. Короче, соседи боятся, что если подпишут против стройки, то их либо отравят, либо сожгут.
Так бы сразу и сказал. Ну, так я и сказал. Ну, а что за стройкой делать будем? А я уже все сделал. Осталось только ждать. Может, пока ждем, можно что-то придумать. Что? Землетрясение вручную? Ну, ты ж инженер по технике безопасности, как-никак. Но это не означает, что я специалист по закрыванию строек. Ну, бывает же в истории случаи, когда стройку закрывают в целях безопасности. Бывает. Но кто может предугадать, когда кому-то на голову кирпич упадет? Ну что, обязательно кирпичом по голове? Да нет, я фигурально. Когда случаются травмы на производстве, сразу комиссия, акт, штрафы. Ну и объект замораживают. Ну ты же не станешь специально травму подстраивать. Я? Что, я дурак, что ли? Я так понимаю, вы хотите, чтобы я ускорил рассмотрение вашего вопроса. Ну что ж, можно попробовать. Что это? Котлеты в тесте. Как будто вы не знаете, что это. Целый год на теплицу копила. Спрячьте! В то время, когда вся страна борется со взятками, вы это себе позволяете? Ну, я же не знала, что вы лично боретесь. А знаете что, гражданочка? Вот именно из-за таких, как вы, несознательных, мы никогда не построим новое общество, свободное от коррупции. Ну, неужели вы думаете, что нет иного способа решить вашу проблему? Есть? Ну, конечно! Бартер, например. Бартер, не, ну а что я могу? Не, ну смородина в этом году черная хорошо уродила. Это ваше чувство юмора. Вы же понимаете, о чем я. А у вас тоже отличное чувство юмора. Потому что, представляете, я подумала, что вы хотите со мной... А не охренел ли ты, козел? Иваныч, у меня тут это, на ногу кирпич, плита упала. Выходит, как травма производственная выходит. А с чего ты взял, что она производственная? Ну как, ну я ж на стройке навернулся. Ну сейчас-то мы находимся не на стройке. А где мы? Ну стройка-то она там, а мы тут. Вот если бы мы были там, ну, тогда конечно, тогда без вопросов. Ну так я только что был там. Выходит. Свидетели есть? Нет. Извини. Обедать будешь? Или сразу в больничку? А хотите сосисочку? Смотрите, как... Ну нет.
Давай. Интересное кино. Очень. То есть у нас полный порядок. Мы можем расслабить булки и втыкать в ящик. Ну это ж ты у нас взялась проблемы решать. Кстати, тебя можно поздравить? Дело сделано. Обычно нормально. Борьба со взятками, кажется, дает результаты. Вот не зря реформы проводились. Мне предлагали решить проблему через постель. Что, серьезно? Вот дурот! Готовься. Ну, ты же не согласилась. Я его пробил. Это бывший студент Петров. Бывший. Если бы я согласилась, стройку бы уже свернули. Еще. В каком смысле? А это что такое? Это вывих, между прочим, хуже, чем перелом. А как там стройка? А, у меня получилось. Почти. Просто они ушли на обед, а я слишком медленно шел. Меня это не интересует. Ты обещал закрыть стройку и не выполнил этого. Да, но если тебя не интересует, что я рискую своим здоровьем ради твоего бассейна, который, между прочим, почти готов, то пожалуйста. Хватит. Собирай вещички и на выход. Ну, у меня нога. У всех нога? Да, но у меня есть время еще до завтрашнего обеда. Ты сама сказала. А я за ночь такое пред... Что я придумаю? Не обед, а помои. Помню, под Полтавой был объект, так там каждый день вареники давали. О, Барян, что за нафиг-то? Производственная травма. И думаете, мне выплатили компенсацию? А? Разбежались. А, так вот, под Полтавой вареники вот такие были, прикиньте. Мужики, а ведь на моем месте мог оказаться каждый. Произвол, одним словом. И вообще, заездили нас, работаем за копейки без выходных. На других стройках он... И зарплаты больше, и харчи свежее. И вареники вот такие. Спасибо, что хоть вообще платят. Вот. Вот это твоя арабская психология. Ты как будто говоришь, усядьтесь поудобнее, у меня шея крепкая. Где твое человеческое достоинство? Вот ты скажи, ты в театре или на выставке давно был? А что я там не видел? И вообще, к чему это все? Да потому что ты человек женатый. А жена – существо с потребностями. Или ты, Степаныч, у тебя же квалификация, как у Бога. Ты мог бы миллионами ворочать. Мужики, смотрите. Если мы сегодня выступим одним фронтом, завтра у нас будут чистые полотенца в душе, нормальные спецовки и зарплата, как в Европе. Нормальные обеды – раз! Ура! Страховка – два! Ура! И ресторанное меню! Все? Нет! И компот! Компот. Ну что ж, я вас услышал. Вы все уволены.
Иваныч, ты подожди, не спеши. Ты не так все услышал. Ну, мы не подумали, понимаешь? Давай. Так вот, в следующий раз будете думать. Устроили здесь детский сад. Слушай, ну мы же ни при чем. Иваныч, ну нас же ввели в этом, в заблуждение. А где этот грамотный баламут? Вот! Сюда иди! Иди! И шо? Вы полночи достопримечательности осматривали? Представь себе. Между прочим, Одесса – город с очень интересной архитектурой. Вот чего только стоит дом полковника Григорьева? Ты знаешь, кто его проектировал? Дай догадаюсь. Полковник Григорьев. Нет. Мой Вадик. Да ты шо? А ничего, шо, дом был построен в начале прошлого века, когда твоего Вадика еще самого не спроектировали. Точно. Ну, знаешь, я что-то поняла не так. Ну, как объяснил, так и поняла. Мам, прекрати делать Вадика виноватым. Между прочим, он мне предложение сделал. Шо? Может, ты тоже что не так поняла? Я все правильно поняла. Что ты ему сказала? Сказала, что подумаю. А он мне еще обещал дом построить. И не дом, а целый дворец. По собственному проекту. Стоять! Шалет! Мне дорого! Все, спортсмены! Финиш! Финиш! Слышь, ты сюда иди! Мы, между прочим, из-за этого придурка работу потеряли. Нечего мне тут разборки устраивать. Вот поймаете где-нибудь на улице, делайте, что хотите. Раз так, хозяюшка, денежки за жилье придется вернуть на базу. Мы съезжаем. Понятно? Пап, ты там как? Все нормально, Лизок. Мам, там рядом. Передай ей, что нет худа без добра. У нас практически все есть для бассейна. Осталось только плитку выбрать. Тебе какая нравится, голубая или серебристая? Да пошел ты со своей плиткой. Ну не расстраивайся, Жанет. У нас же все получилось, бригаду уволили. И значит, стройку остановят. Конечно, остановят. На день или два, пока новых рабочих не найдут. И да, кстати, ты тоже можешь собирать свои вещи. А хорошо, доченька, твоя семейная жизнь начинается. Будущий зять натравил на тестя рабочих. То ли еще будет. Чего? Иди давай! Иди давай! Лизок, а мы же, по-моему, с тобой договаривались на вечер. Да, тут такое дело, я узнала, что папу уволили. Подумала, может, ты можешь помочь. Послушай, ну, просто сейчас у меня собеседование. Ой, здравствуйте. Вадик, а ты скоро? Я жду. Внимательно изучи ее резюме, козю. Мам, ну почему все мужчины такие козлы? Не говори так, дочь. Не обижай животного. Мамочка, мам, прости меня, пожалуйста. Я у тебя такая дура. Не расстраивайся. Все наладится. Все всегда налаживается. Девчонки, отставить киснуть! Все будет хорошо. Садись есть, оптимист. А вот есть. Я как раз не буду. Я все обдумал и решил. Я готов переступить через свои принципы. Ради тебя. Ради нас, ради нашей семьи. Смотрите. Вот увидишь, завтра здесь и следа от этой стройки не останется. И шо, так до сих пор
которые не приехали из Европейского суда по правам человека. Но не каждый же день в городе голодовки объявляют. Даже газеты не клюнули на незаконную стройку. Да. Мы сделали все, что могли. Газеты звонили, подписи собирали. Все бесполезно. А телевидение? Что тебе там сказали? Что они могут сказать? Если бы это была дача Ирины Билык или, скажем, Кричевского, то они бы сразу приехали, а так? Понятно. Мы для них рылом не вышли. Придется идти на крайние меры. Я бы на такое никогда не пошла. Но не могу же я допустить, чтобы весь семейный бизнес накрылся медным тазом. Да, знаешь, доченька, я однажды украла собаку. Мне так нравилось. А потом все-таки решила ее вернуть. Это ты сейчас к чему? А это я к тому, что иногда жизнь заставляет принимать трудные решения. Я же его сумкой по мордасам огрела. Ну ничего, красивенько оденешься, и все будет в ажуре. Мам, спасибо тебе, что ты на моей стороне. Ну а как же, мы ж одна семья. Мы ж должны поддерживать друг друга. Мы это стройка. Ты не представляешь, как она меня достала. Не представляю. Невозможно ж сериалы смотреть. Я смотрю, что с колесиком у тебя уже все в порядке. А это потому, что у твоей мамы руки из нужного места растут. Взяла и починила. Не можешь же твоих просить. Вот увидишь, завтра здесь и следа от этой стройки не останется. Где мое красное платье? Жанна, а где у нас каремат? А то от бетона такой холод. Мой дядя вот так почки застудил. Приятного аппетита. Спасибо. А где мама? В мэрию пошла. Зачем? Она сказала, что пришло время тяжелой артиллерии. Ну, очевидно, речь идет о платье с вырезом до пупка. Ну, как говорит наша бабушка Сима. Пап, а почему женщины так верят в силу декольте? Вчера мы стали жертвой недоразумения. Я рад, что вы пересмотрели свою позицию. Так вы можете мне помочь? Могу. И что нужно, чтобы закрыть незаконную стройку? Мне кажется, я ясно дал это понять. Да. Но мне бы хотелось это услышать еще раз. Извините! Жена не делает вам. Уходи, просто уходи. Как ты можешь? Уходи. Как ты можешь? А это кто еще? А, только что в коридоре познакомилась. Так, на чем мы с вами остановились? Что же происходит? Да просто сумасшедший, не обращайте внимания. Урод, отвалит моей жены! Самочка, люблю тебя. Подумай о детях. Мне кажется, у вас есть дела поважнее. Лёня, блин, что ты вечно лезешь туда, куда тебя не просят, а? А что я, по-твоему, должен был спокойно слушать, как вы там сливаетесь в экстазе? Да никто ни в чем не собирался сливаться. Я просто хотела этого урода записать на диктофон, потом шантажировать. А ты все испортил. Как? А почему ж ты мне не сказала? А то я не знаю, как бы ты отреагировал. Это против...
противоречит моим принципам. Это незаконно? Я же не знал. Я думал, ты по правде. Не беги ты. Ну, прости. Мама, что ты здесь делаешь? Вот чтоб ты не говорила, что я в стороне от семейных проблем. Разойдитесь. Мама! Марк сказал, что в телефоне можно сделать дырку для вторых наушников. Мам! А Никиту в роддоме точно не подменили? Что ты сказал? Мама, где у нас успокоительное? Ну, Жанночка, ну скажи, что не сердишься. Слышь, хозяюшка, ты это Боря там передай. Мы сейчас безработные, времени у нас много. Да пошли вы все! Не проехать. Да шо ж за карма такая? Ты шо, Асмир? Не видишь, мы пали до аварии. Иди ты! Лучше пусть! Пошла у вас дорога! Идиот! Дебил! Спасибо вам за идею. За мной. Мужики, хромой выполз. Слышь, сюда иди. Мужики, а давайте так. Вы меня сейчас не трогаете, а потом я вам делаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Мы уже тебе однажды поверили, хватит. И куда я от вас денусь-то, а? Хватит, Ванюка. Пап, а долго еще стоять? Мне в туалет надо. Терпи, сынок. За благое дело стоит. Пошутили? И хватит. Вы же все равно не сможете стоять здесь вечно. Лизу, ну ты же умная девочка. Лиза, ты что, уйдешь сегодня в кучу? Пусти, пап. Ой,
Ну, сколько можно это слушать? Столько, сколько нужно. Можно я тушенку открою? Я там еще видел сатэ в холодильнике оставалось. Да ты что, конечно, все открывай, все бери. Ты же мой герой. Это одесские новости. Люнь! Сектора одержали пусть маленькую, но очень важную победу против... Нас же по телеку показывают! ...публик нашего любимого города. Эта акция протеста послужила сигналом для мэрии, и строительство было остановлено. Мы уверены, что в Одессе вопрос с незаконными застройками решен раз и навсегда. Все-таки есть правда в жизни. Вася, трамбуй давай! Три мешка осталось еще! Шо? Опять? Пап, ну ты же говорил, что я себе хоть 10 наушников смогу взять. Что поделаешь, сынок, ну? Форс-мажор! Ты что, братан, без обед? Как договаривались. Ну тогда мы погнали. Андрюха, погнали давай! Да-да. Я звякну на днях. Угу. А что здесь вообще происходит? Ой, Жанет. Бассейн откладывается. Это песня о том месте, где сердца все бьются в такт. Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова удержу домик у моря.